На железнодорожных путях кипит работа. За звание лучшего соревнуются монтеры со всего региона. Судьи строго следят за временем, которое каждый тратит на замену элементов путей. Но особые требования к качеству, ведь именно от работы монтеров зависит безопасность движения поездов. Александр Виверман монтером пути трудится 9 лет, поэтому с конкурсным заданием справился быстро, но не без запинок. Тут очень большая ответственность. Надо соблюдать все нормы и допуски, содержание пути. Сложности не было, я давно уже на железной дороге работаю. Просто мелкие недочеты какие-то, может, судьи увидели. Кроме практической части, все участники сдают теорию. Конкуренция большая. В региональный этап вышли 26 человек. Такой ажиотаж еще 5 лет назад было трудно представить, говорят организаторы конкурса. Профессия монтер путей востребована как никогда. За последние несколько лет ситуация с нехваткой кадров рабочих профессий в регионе изменилась. Ситуация меняется, и в части поступления в вузы, и в колледжи набор увеличивается на технические специальности. Конкурсы как дополнительная мотивация, показ того, что может человек сделать, пойдя в эту профессию, насколько они разнообразны, насколько они интересны. За звание лучшего приехали побороться участники из Ульяновской, Пензенской областей, республик Татарстан и Мордовия. Победитель соревнований отправится на всероссийский этап, который пройдет осенью в Подмосковье. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».